Двое молодых людей с огромным мотком дюралайта привлекли внимание сотрудников ППС. Сегодня ночью, проезжая по улице 8 марта, сотрудниками ППС были задержаны двое неработающих граждан 18 и 20 лет, у которых в руках находились цветовые гирлянды. Оказалось, что уличную гирлянду двое приятелей сняли с дерева у ближайшей стоматологии. Для чего? Объяснение у каждого разное. Зачем гирлянду взяли? Делать нечего. Другой участник кражи винит во всем приятеля. Дескать, он подбил его на нехорошее дело. Мы увидели с другом, он взял, снял его, мне дал, говорит, пошли, и все. А зачем? Ну, он объяснил ему-то, она для чего. Домой, наверное, повесить, в подъезд, я не знаю. За кражу молодые люди могут попасть в колонию на 5 лет. Веский довод для других любителей поживиться, чтобы оставить в покое уличные гирлянды и шары. Александр Петренко, Никита Плотников, Новости дня.